Похолодание до 35 градусов и снегопады с метели обещают синоптики. С 20 по 22 декабря сильные морозы будут на всей территории республики. В северных, центральных и восточных областях местами ожидаются снег и порывистый ветер, информирует Казгидромет. Погодные изменения связаны с антициклоном, перемещающимся вслед холодному арктическому фронту. Горные и предгорные районы Казахстана будут находиться под влиянием южной фронтальной системы. Их ждет небольшой снег, туман и гололед.